Доброе утро. Мы уже потихоньку начинаем перевозить мебель. Пока есть время у Ромы, пока есть время у Марсельки, потому что он потом уедет на 4 недели в Штутгарт учиться и помогать не сможет. Поэтому есть возможность сейчас и, скорее всего, на следующей неделе. А среди недели мы все работаем и времени нет ни у кого. Перевезли уже в гардеробную, в общем, где будут все вещи, шкаф и комод. В комоде я уже поменяла вот эти вот ручки. Выглядит просто шикарно. Я вообще своей этой идеей переделать ручки, мне сразу так в голову пришло, прям прекрасно. Мне очень нравится, а это самое главное. Шкаф только мне осталось сейчас протереть. Рома мне сверху протер, а мне бока сделать. Полочки разложить и уже кое-какие вещи буду раскладывать. Такие, которые мне сейчас в ближайшее время не нужны. И вот этот вот комод. И эти ручки. В общем, ручки просто шикарные. Просто шикарные. А в зале такой комод стоит. Маленький и большой, еще с черными ручками. Я сейчас вам покажу, как оно выглядит. И, конечно, разница просто огромная. Пока только так. Так, здесь мои сумки все. Здесь вот два ящика с купальниками. Не только с моими, без паники, не только с моими. Так, это мне еще нужно все будет отнести в эту, где стиралка. Рабочая комната. Этот стол. Стоял у Марсельки в комнате. Мы поменялись. Так, здесь вот для пушка. Тоже, да, по цвету все подходит. Мой штатив. Вот этот вот шкаф тоже у Марселя в комнате стоял. И вот этот вот стоял в комнате. В общем, здесь я уже составила все-все-все альбомы. Я люблю фотографию держать в руках. Вот эти всякие флешки, диски или там еще что-то. Не нравится, не люблю, не мое это. Я должна фотографию в любое время нашла, я знаю, где у меня что. Посмотрела, взяла, и я должна фотографию держать в руках. Мне только так. А вот это вот сидеть на компьютере или листать, это не мое. Здесь у меня будут, это я сейчас еще принесу, это не все, естественно. Здесь будут все бумаги, которые запаковывать, ну, подарочные бумаги. Здесь еще не знаю, что. Здесь такой вот у меня мишка. Это мишка мне подарили девчонки Стаку. А когда я там училась, а когда вот я там была? Вот скажите, какой это был год. Ну, где-то давайте я скажу 2003 по 2005. В общем, они мне дарили вот этого мишку. Ну, все. Здесь вот тоже еще коробки. Надо будет тоже все раскладывать. И все, что касается тетради, ручки, всякое такое. Документы, конечно, у нас еще дома, потому что они нам, естественно, нужны. Вот эти вот счеты папа делал Марселю в школу. 1.11.12 год. Эту лампу я тоже не стала выкидывать. Она стояла у Марселя в детской комнате, когда вот он уроки делал. Она все включается, все. Вот это вот, как это называется, картина, да, картина, наверное, не назовешь. Этой картине ровно столько же, сколько и мне. Галине в день рождения от коллектива женщин. РММ. Ремзавод, наверное. В общем, город Карасук, Новосибирская область. 2.2.1983. А я родилась 25 марта 1983 года. В общем, вот такая вот картина будет тоже здесь висеть. Ну, не знаю, мне нравится. Мне нравится. И еще, я вам говорила, да, что здесь на столе будет кое-что стоять. И именно к этому, что будет стоять на столе, я подбираю сюда. Горчичного цвета будет письменный стол. И горчичного цвета будут здесь шторы. И будет вообще красота. Сюда я тоже что-нибудь повешу, какие-нибудь, может быть, картины, не знаю.
Так, теперь давайте в зал. Теперь мы идем в зал. А, вот еще, кстати, шкаф. Вот этот шкаф тоже перевезли. Ручки тоже уже поменяла. Здесь у нас будет висеть одежда. Ту, которую мы носим сейчас, или если кто-то пришел. Вот. Тоже хорошо смотрится. Потом, пока стоит вот этот вот шранк, комод вот этот здесь большой, на нем будет стоять телевизор. И точно такой же я заказала, он придет, он встанет вот сюда. Как раз вот здесь он будет стоять. Я измерила, все подходит, все пасает. Здесь это будет просто обувь. Сейчас буду тоже менять ручки. Ну и скажите, с какими ручками лучше? Вот сейчас. Давайте я прямо сейчас поменяю. Вот вы видите черные. Ну и вуаля, вот теперь такие ручки, и смотрится просто шикарно. Надюха, ты молодец со своей идеей, просто шикардос, лучше не придумаешь. Лучше, чем придумала я, не придумает никто. Так, снизу еще нужно подкрутить эти штуки, скажите, что ножки. Так, ну и вот этот вот комод, который будет стоять здесь. Это не комод, а буфет, наверное. Здесь тоже я сейчас переделаю. Переделаю вот эти вот ручки. И тоже будет красиво. Здесь станет наш стол кухонный, который сейчас стоит на кухне. А уже вот сюда, вот на кухню, будет стоять какой-нибудь такой маленький, небольшой стол. Вот. Мамины цветы. Так, что у нас тут с мамиными цветами? Ну, ничего, вроде бы приживается. Вот здесь вот этот вот... Так, ну-ка, иди ко мне сюда поближе. А то отсвечивать ничего не видно. Я уже вижу, что как будто где-то что-то прорастает. Вот, смотрите, вот. Вот видите, вот тут прорастает. Так что мамин цветок потихоньку оживает. И вот здесь, видите? Так что вот эти вот отпадут... И будет красотень. Красотень красотейшая. Так, вот. Вот это вот мне нужно будет сейчас к Марсельке в квартиру отнести в холодильник. Я его мыла, а это, видать, забыла отнести. Вот эти вот картины. Вот эта картина будет висеть вот здесь. Это Марсель рисовал еще в садике. Вот это вот на бумажке. А, нет, которая на ткани, я ее не взяла с собой, она еще в доме. И вот это вот будет тоже. Вот, вот такая вот картина. Они у меня в какой-то из квартир висели, а теперь будут висеть вот здесь на кухне. Так, что еще? Это сковородку уже потихоньку привезла. Воду поставила, уже один дал отросток, другой еще нет. С Ромой думали, сначала думали менять, не менять. Ну, не то, что менять, а обшить. Нет, не хочу. Не хочу. Она мне очень нравится. Не хочу ее менять и менять не буду. Не буду. Здесь тоже рисунки. Ну, вот нравится мне. Хоть что хотите, делайте. Мне нравится. Вот этот цветок, мне нужен сюда другой горшок. Этот горшок сюда маленький. Мне нужно срочно в Икею. Я все никак в Икею не доеду. И здесь будет такой плетеный горшок. Для этого цветка должен быть плетеный горшок. Я вижу так. Вот. Ну, а я уже у этого
Буфета, комода, ручки тоже переделала. Красота. Прям глаз радуется. Мою этот шкаф, полочки кладу на место. И вот думаю, если мне вот этот вот шкаф поставить в угол, вот сюда, не будет ли лучше? Сейчас попробуем. Не, не очень, да? Не, что-то мне не нравится. Что-то мне не нравится. Потому что сюда встанет большой шкаф. Вот сюда, на эту сторону. Вот эта вот фигня мне мешает. Вот, видите, вот эта вот доска. Или что это такое? А, это этот камин вроде бы. Блин, а что делать? Ставить на место, вот что делать. Пусть стоит тут. Нафиг. Все, я уже придумала. Все, здесь будет стоять цветок маленький с подходящим цветочным горшком под мои шторы. И все. А вот этот угол потом будет такое, какое-нибудь такое... Кресло. Красивое королевское кресло. С тумбочкой. А на тумбочке будет стоять светильник. И я даже знаю, какой светильник. Светильник будет просто шикарный. Такой девчачий. А сейчас я вам буду показывать такие маленькие приобретения в наш новый дом. У Пушка, как вы видели, есть... Краселка, она абсолютно новая, мы ее купили ему специально в этот дом, она просто шикарная, эта краселка. А для нашей маленькой собачки я купила маленькую такую подушку, тоже под цвет краселки. Я пока ее оставляю здесь, я не буду ее забирать домой, пусть она будет здесь. У нее есть такая, она серая. И 40 на 40. А эту я взяла бежевую и 50 на 50. И она стоила, девчонки, 16 евро. Почему бы не брать? Конечно, я ее взяла. И будет она стоять под вот этой батареей. Ей будет тепло и комфортно. Следующая покупка. Вернее, эта покупка у нас уже была очень давно. В старом доме на кухне у нас висит такое стекло, магнитное стекло. Где мы что-то там примагничиваем, например, там какую-то рекламку с газеты. Я вырываю и приделываю, там, например, что-то нужно купить. Или закупочный цепь. Это всегда нужно. Но я не хочу это забирать с собой. Я приобрела кое-что другое. Уже давно. Я просто хотела это поменять в нашем старом доме. Но так и не поменяла. Поэтому сейчас это мне вот пригодится. Поэтому я это забираю, соответственно, с собой. Я это заказывала уже очень-очень давно. Это вот такая вот доска, которая будет висеть у нас на кухне. Она нам просто необходима. Мы клеим на нее абсолютно все. Бывают какие-то... за что-то нужно заплатить пришло. И чтобы не забыть, мы сюда клеим и всегда об этом помним. Хотя даже если забудешь, тебе обязательно напомню. С этой доской и шли пару магнитов, которые я не знаю, буду я использовать или нет. Я такие цвета не хочу. У меня есть другие. Такие фломастеры и вот такая вот штука, которая вытирает эти фломастеры. Тоже на магнитах. Да, тоже на магнитах. А потом Марсель недавно мне заказал вот такие вот листочки. Это здесь я буду писать цетель, чтобы закупаться. Иногда просто без цетеля поедешь и наберешь все, что не нужно.
А это будет у меня такой цитель. Их здесь 5 штук. Не знаю, сколько листочков в каждом блокноте. Блокнот делается на магнит и тоже вот так прикрепляется. Я сейчас все это покажу, сейчас все сделаю. И еще было еще кое-что. Какая-то еще должна была быть упаковка вместе с такой пластмассовой дозой. Подождите. Уже повешала. Но ромик потом надо будет перевешать, потому что я вот эти вот крючки сняла. Там были крючки на стене, мы их оставили, потому что я знала, что сюда буду вот эту вот доску вешать. Сейчас открываю вот эти вот блокноты. А, и да, и то, что я потеряла здесь в доме, я нашла. Сейчас тоже все покажу. Все покажу. Еще подкрыть бы. Вот, например, один блокнот мне нужен, чтобы им пользоваться. Отклеиваю бумажку вот эту. Куда мы ее приклеиваем? Сюда. Вот так вот. Все, здесь пишешь, отрываешь и взяла с собой в магазин. Следующая покупка. Было в наборе 2 штуки. Вот такая вот штучка, где будут находиться ручки. Но пока ручек у меня нет. Давайте я вставлю вот эти вот фломастеры, потом я их выкину, они мне не нужны. Все. Что может быть лучше, правда? Красотень. Взяла ручку, написала все, что тебе нужно. Здесь пришел какой-то рехнул заплатить. Повешала. Забыла заплатить, тебе напомнили. Все, я довольна. Кто бы знал. Но сюда потом ручки будут. Это мне не нравится. И Рома эту доску потом обязательно перевешает. А эту тоже можно чуть-чуть пониже сделать. Не, хорошо. Мне очень нравится. Ну и последняя, девчонки, покупка. Это на нашу садовую мебель подушки. Взяла под цвет садовой мебели, она у нас коричневая, 2 вот такие вот просто огромные подушки. Длина 2 метра, одна 40-40, то есть 80 на 2 метра. Смотрится просто идеально. Они, правда, очень тяжелые, но я сейчас еще раз отнесу и вам покажу, как она смотрится на вот этом вот диванчике, который вот внизу стоит на террасе. Мне прям очень нравится. Там были разные цвета. Были и серые, и зеленые, светло-коричневые, бежевые, голубые. Я взяла вот именно под цвет нашей садовой мебели. Правда, ее еще эту садовую мебель помыть надо. И вот эти вот штуки привязываются к сидушке, к спинке. В общем, классная покупка. За эти 2 сидушки я отдала 180 евро. Вот, вот так вот оно смотрится. Прям классно, мне прям очень нравится. И такая же на эту сторону. Все, только это надо будет наоборот сделать. Это на низ, а это наверх. Ну, красотень.
И кто бы мог подумать, что так она будет красиво смотреться. Не, классно. Ну, естественно, что я это буду сейчас забирать. Стелиться это будет только налито. А днем, то есть не днем, а зимой посидеть быстренько, там покурить, выйти, это можно и на балконе. Все, красота.